всем. Я залип в безумно тяжелый Bokom News RTS, мероприятие, на котором меня не было, но мне нужно было его описать в подробностях, пока я со всеми связался. Лантейн, Калаш, Сиверцев. Очень жестко. Интересно, что вы скажете. Разобрался ли я до конца? Должен был, потому что, ну, просто потратил на это 3 дня жизни. В этом во всем я забыл, что сегодня у нас квалификация Drift Masters. Я что-то решил, что это в субботу, поэтому в 6 вечера по Москве, Риге, Киеву подключайтесь ко мне на канал. Мы наконец-то проведем прямую трансляцию. Жду вас там всех. Посмотрим, что нам Drift Masters приготовил в одном единственном мероприятии в этом году. Ну, до встречи. И да, смотрите Bokom News RDS премьеру в 17:00 сегодня на YouTube-канале RDS. У меня ссылочки еще нет. Но, блин, я думаю, вы найдете как-то, как зайти на канал РДС. Давайте, огонь, потом поделимся. Собственно, в прямом эфире Drift Masters и можем обсудить этот Bokom News RDS. Так, у нас смена вводных. Bokom News RDS будет завтра утром, друзья, так как мы не хотим перебивать друг другу короткую версию, которая вышла сегодня на RDS TV, а завтра, значит, будет Bokom News RDS. Но я уже почти готов к квалификации в Риге Drift Masters. Вот вам по свайпу заходите. Начинаем где-то минут через 30-40. Чуть раньше включимся, чем трансляция. Поговорим, обсудим, что происходит. Втаскивает вовнутрь, она круто выглядит, ее можно красиво сделать. Ух! Ну, по ходу дела, ее куда направил, так она и едет. Прыжок. И эта машина не прыгает. Слушайте, не раздулась красиво. То и какой-то кузов, типа широкий, но это Вайда. Вайда, есть такой оператор в Украине. По-моему, у Миллера он... Ой, как-то он так издалека целился на постановку, его уже сносило. И потом просто... .52 тем временем зарабатывает Вайда. Вечер пятницы, мы смотрим дрифт, прям большой бандой, посмотрите, с едой, с суши, да, ты шо. Большое спасибо, Гриня, тебе за трансляцию, нам прям приятно смотреть, кушать, всем пока.